В интернете появилась шокирующая видеозапись падения самолета. На кадрах видно, как двухмоторное судно при посадке столкнулось с землей и мгновенно вспыхнуло. Катастрофа унесла жизни двоих человек, спасся лишь один пилот. Трагедия произошла на аэродроме в городе Акюрейри еще в августе прошлого года. Однако видео стало доступно для общественности только сейчас. Известно, что самолет медицинской службы выполнял демонстрационный полет. В момент катастрофы шасси самолета не были выпущены. Также не сообщается о каких-либо технических неполадках. Скорее всего, причиной трагедии стал человеческий фактор. Еще в воздухе выживший пилот предупреждал командира, что тот совершает слишком опасные маневры.